Харьковчане стали первыми, кто увидел вживую самую ожидаемую новинку в сегменте люкс-кроссоверов Jaguar F-Pace. Новый представитель семейства кошачьих воплотил в себе как черты быстрых спортивных ягуаров, так и внедорожные качества легендарных ленд-роверов. Это первый джип в семействе Jaguar. Jaguar до этого никогда не делал джипы. Он долгожданный, несколько лет возили по выставкам, меняли название, модификацию. Сейчас он называется F-Pace, он перед нами. Внешность F-Pace не оставляет сомнения в принадлежности кроссовера к нынешней модельной линейке ягуаров. Характерное оформление решетки радиатора, рубленые грани крыльев и боковин. Интерьер салона также соответствует стилю британского бренда. Здесь много кожи, алюминия и электроники. Мультимедийная система вместе с технологиями связи является одной из самых продвинутых в автоиндустрии. В соответствии с современной автомобильной модой, кроссовер имеет доступ к всемирной паутине и может выступать в роли точки доступа Wi-Fi. Но главное, конечно же, это поведение автомобиля на дороге. Автомобиль интересный, комфортный, мягкий, долгожданный. В основе F-Pace алюминиевая модульная платформа, низкий вес и высокая прочность которой обеспечивают отличную управляемость. Мощные современные двигатели, бензиновые и дизельные, позволяют как динамичную спортивную езду, так и неспешное экономичное перемещение, как по дорогам, так и вне их. Внедорожный потенциал кроссовера, конечно, далек от возможностей ленд-роверов, но позволяет съезжать с асфальта без опасений. Продажи новинки в Украине стартуют в мае. Тогда же будет доступен и тест-драйв Jaguar F-Pace в салоне официального дилера компании «Автограф М».